От южных морей до полярного края, от Калининграда до Чукотки – живописные пейзажи, величественные мегаполисы, знаковые события и привычная повседневность. И все это на фотографиях профессионалов и любителей. Перемещаться из одного терминала в другой пассажирам международного аэропорта теперь намного увлекательнее. На целый месяц переход между терминалами D и Аэроэкспресс превратился в фото-выставочную галерею. Выставка «Россия. Полет через века» проходит во всех регионах страны. Подмосковье – это Шереметьево. Аэропорт выбран не случайно. Во-первых, он объединяет все те города, которые изображены на этих фотографиях, а во-вторых, выставку увидят десятки тысяч пассажиров. Среди гостей Шереметьево этого человека невозможно не узнать даже в маске. Наверное, нет ни одного региона страны, где Сергей Безруков не бывал с гастролями. Но иногда фотографии дают больше, чем может увидеть человек собственными глазами. Бывал по делам народный артист и в Химках, однако на вопрос, какие достопримечательности в городе достойны попасть на фотовыставку, Сергей Витальевич ответил уклончиво. Ну, знаете, сложно рассказать. Это те, которые живут, наверное, в Химках, они, наверное, здесь ревниво отнесутся просто. Поэтому давайте предоставим тем, которые живут в Химках. Они проголосуют и скажут, действительно, вот это место самое красивое. Говоря о нашем Подмосковье, я все-таки выбираю то место, которое ты очень хорошо знаешь. Допустим, я очень люблю Коломенские кремы. Вот Коломны и Коломенский Кремль я бы просто вот сказал, что обязательно. Причем и фотографии, которые я там делал сам, они совершенно потрясающие. Там такая красота. Объединение отдаленных уголков страны в одной фотовыставке стало возможно благодаря совместным усилиям представителей власти, людей бизнеса и творчества. Это не просто документальные репортажи, это не документалистика, это фотоживопись, потому что угадать в окружающем мире картины, да, не просто запечатлеть, но увидеть эту красоту окружающего мира, причем это не только природа, это люди. И я бы, наверное, через запятую полет... Через века, через обиду, полет на века. День народного единства стал отличным поводом для открытия столь масштабной галереи. Организаторы отобрали лучшие фото из 2,5 миллионов снимков. Совместно мы с компанией, компания «Регион», она уже 3 года занимается проектом «Россия. Полет через века», которая вот сейчас вот выросла в эту выставку, которая открылась уже на Камчатке, Красноярске, на Сахалине. В каждом регионе есть дополнительные блоки, которые посвящены региональной фотографии. Плюс еще блок военной темы, посвященный 70-летию Победы. А это уже терминал «Б», где День народного единства позволил гостям Шереметьево приобщиться к высокому искусству. Здесь московский художник Александр Фомин творит в режиме реального времени. Тяжело, наверное, так вот писать картины. Вот все ходят, там говорят, что... Нет, что вы, очень легко. Тяжело снег кидать лопатой. А здесь краску кидать на холстые одно удовольствие. Особенно, когда за тобой наблюдает такая пресса, как вы. В коллекции художника-импрессиониста работы с видами старой Москвы, но в этот раз на завершение картины с изображением аэропорта у него не более 3 часов. Поэтому реалистичный импрессионизм Александр Фомин сменил на эмоциональный экспрессионизм и позволил прохожим и нам в том числе внести свой вклад в создание картины. Вот сюда вот так перечислить. А эту девушку, которая тоже оказалась художником, Александр Фомин попросил задержаться на пару минут. Всего несколько мазков, и она стала частью картины. Мы хотели попасть на вот эту вот экспрессию, которую сейчас художник изображает. Поэтому, если еще и попасть в эту работу, это вообще замечательно. Всего 2,5 часа, и работа готова. Художник передает картину руководству аэропорта. Она займет достойное место в музее Шереметьево. Александр Сергеев, Николай Забродин, специально для Химки ТВ.